Как вас она очаровала, Коляда? Я вообще не пойму, а чего вы их боитесь? Это ж цыгане. Чего их боятся? Смотри. Эй, нари, 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 эй, нари, нари, оп, оп, тихо. Коляда, успокойтесь, это ж дети. Кто тут у нас, мальчик? Коляда. Давай, беги к своим. Побежали точку на вас. Успокойтесь, одевайтесь. Ё-моё. Братан. Это ж президентский номер. Братан. Я могу себе это позволить. Я извиняюсь. А бабло где взял? На красотищу такую, а? А, так у меня в загашнике было. Сейчас. В каком загашнике? Сейчас. Вы же тебе еще справку о доходах показать. Да вы же помирились, Андрюха. Ну а что он за бабки спрашивает? Что за бабки спрашивает? Не, ну номера реально откуда? Не, номера реально откуда? Так он. Твою ж мать. Руки-то помню! Чё? Ты знаешь, чей это елик, а? Чё, в Киеве мало еликов или что? А ты много до этого видел? Один. Не. Братан, что делать будем? Бьешь стекло, берешь магнитолу и лахаем, понял? Ты шучу, придурок, просто драпаем, вперед! Пацаки, пацаки, стойте, давайте и мои номера, и магнитолу эту бандитам отдадим, и все, проблем не будет! Придурок, быстрее, давай! Жми! Вперед, Андрюль! Пацаки, только на работу подбросьте, окей? Давай быстрее! Давай! Тачка убитая, а номер солидный, прям как у нас. АА 302 АА. Да! Да! Все вас красава. Угадал? Обосраться! Прям с языка снял. Брат, будешь? Нет!